Первоангарской гимназии сегодня высокие гости. Повод более чем торжественный. Сдача одного из крупнейших образовательных объектов. В РИО губернаторы, депутаты Государственной Думы, министры и мэр округа. Поздравить город с открытием нового здания приехали десятки гостей. Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто с начала 30-летнего такого долгостроя принял участие и завершили это строительство. От себя лично, от правительства области мы всегда будем делать инвестиции в будущее совместно. И общественность, и муниципалитет, и органы исполнительной власти, и строительная отрасль. Сегодня это показатель нашей совместной работы. Вместительное четырехэтажное здание, отдельный клубный блок, спортзал и бассейн. Здесь будут обучаться около 1000 маленьких ангарчан. Уже все готово к началу учебного процесса, но ждать этого момента пришлось без малого 30 лет. Сегодня мэр Ангарского городского округа Сергей Петров вспомнил тот день, когда было принято решение о завершении строительства школы. Я рад, что это стало историей, вот этот долгострой. Теперь это городская история, которая где-то будет транслироваться. Но недостроя уже не будет. И я признателен всем, всем сопричастным к решению этой задачи. Это еще раз показывает, как Ангарск может консолидироваться, какие он может решать вещи, какие он может решать задачи. Ангарск – это сила. Большая часть здания была построена еще в конце 90-х годов. Перед строителями стояла сложная задача – привести уже имеющееся здание в соответствии с нормами пожарного регламента и требованиями сейсмологов. На строительство объекта в целом потратили около 900 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов. Работу над проектом осуществляла Ангарская строительная компания. Школа оснащена по последнему слову техники. Этот объект является энергоэффективным. Он полностью оснащен современным светодиодным освещением местного производства от завода светодиодных светильников НПО «Бест». Специалисты изготовили все элементы от подсветки классных досок до наружной сети. К началу учебного процесса готово все. Совсем скоро здесь прозвенит первый школьный звонок. Ирина Шавлюк, Дмитрий Швецов. Местное время.